Картина на полу, а не на стене. Зрелище непривычное. Но именно так начинается подготовка к любой выставке. Если мы выкладываем четко на полу экспозицию, вот эти вот блоки, на полу получилось хорошо, значит, на стене будет еще лучше. Организаторы выставки поясняют, оформление любой экспозиции начинается именно с центра, чтобы работы вплетались, так сказать, в экспозиционную ткань. Можно самую замечательную работу, шедевр, заложить так, что ее будет не видно. Профессионал разглядит. Но общее впечатление о выставке будет смазано. На юбилейной выставке будет 150 работ. И те, которые ценители искусства уже видели, и абсолютно новые. Нужно сказать, что кроме тех работ, которые принесли художники на выставку, здесь представлена работа из фондов. Сколько авторов будет представлено, организаторы пока держат в тайне, хотя отметили. Будут и новые имена. Мы собрали работы практически всех художников, всех, которые сейчас действуют, все, кто уже не живет в нашем городе, все, кто выставлялся, корифеи из Ульяновска, из Москвы. И еще, конечно, зал памяти будет. Открытие выставки запланировано на середину ноября. Юлия Лаптева, Эмиль Хуснутдинов. Новости Димитровграда.